А минувшей ночью в Саратове произошло крупное ДТП. На улице Шелковичная. В аварию попал автомобиль Toyota. По предварительным данным, у Иномарки лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением поврежденного автомобиля. Резко вывернул руль налево, перелетел через бордюр и врезался в дерево. В результате происшествия пострадал водитель и пассажирка, которую зажала в покореженной машине. На место выехали сотрудники горспаса, которые при помощи специального инструмента помогли девушке выбраться из салона. Пострадавшую госпитализировали врачи скорой помощи, на месте также работали сотрудники ГИБДД, которые помогали пострадавшим.